Недаром в Древнем Египте кошка считалась животным священным. Она обладает многими особенностями, которые можно назвать настоящим даром природы. Так, благодаря острому слуху, кошки могут отличать самые тихие звуки. И шаг хозяина кошка узнает из тысячи подобных. В их ушах работает 32 мускула. И даже зоркие кошачьи глаза могут слышать, благодаря уникальным нервным клеткам. В честь Дня кошек на Европе Плюс Орел специальный розыгрыш. Самое время разыграть обещанный и долгожданный приз. Это сертификат на 3000 рублей от магазина «Все для животных». Первыми на программу «О чем говорят» дозвонились как раз владельцы двух кошек, но фортуна им не улыбнулась. И в итоге неожиданно победителем стала хозяйка боксера по кличке Шархан. Уже на следующий день Карина подбирала подарки для своего любимца на сумму выигранного сертификата. Вы победили в игре «Конфетти» и получаете вот этот диплом на память. Владейте, помните и участвуйте дальше. С удовольствием. Это финальный аккорд данной игры. И впоследствии мы обязательно продолжим свои розыгрыши. Здесь же смогла оценить достоинство маленьких животных. Такие пушистики Карине по нраву. Кролики, кстати, способны пародировать звуки других животных. Например, кошачье мурлыканье и даже храп человека. Так что с такими друзьями скучно и одиноко точно не будет. Животные – это наши друзья, о которых мы должны заботиться и оказывать им знаки внимания определенные. Они ответят вам лаской и заботой. Ну а для своего питомца Карина выбрала кожаный ошейник. И вот такой итальянский шампунь. Для братьев наших меньших есть и парфюмерия, и специальная косметика, и другие средства для груминга, то есть для гигиенических процедур животных. Собака, есть собака, которую я очень люблю, поэтому для него мне хочется всегда делать только хорошее и выиграть сертификат, на который я потом могу ему приобрести то, что он хочет, то, что он любит. Это сподвигло меня на звонок. А когда доволен твой питомец, самому становится весело и спокойно. Ведь нужно помнить простую и вечную истину. Мы в ответе за тех, кого приручили. Анастасия Тимонищева и Денис Еременко для программы «Оперативный эфир».